стенах УДЦ «Октябрь» торжественно завершился культурный форум «Планета детства». В течение 4 дней сергиево-посадские школьники участвовали в викторинах, знакомились с культурным наследием Радонежской земли, пробовали себя в творчестве и, что важно, много общались со сверстниками. У каждого свой будет жизненный путь. Кто-то учится на 5 и 4 только, а у кого-то, может быть, по каким-то предметам есть и не совсем красивые отметки. Но жизнь, она больше, чем отметки. Самое главное нам, который вам сейчас нужен, это общаться друг с другом, это увидеть мир своими глазами, познать его. Организатором форума выступила Сергиево-Посадская общественная палата и местное отделение Союза женщин России. Их поддержали Совет депутатов и администрация округа. Мы провели настоящий культурный предновогодний форум детей и взрослых. Совместно мы веселились, радовались, чему-то учились. Мы все вообще произрастаем из культуры, мы питаемся ее соками. И именно культура делает нас человечными. Поэтому мы рады, что такое событие у нас произошло. Спасибо всем, продолжаем нашу работу. Прозвучало много слов благодарности, на сцене центра выступили местные творческие коллективы. И, конечно, были награждены участники конкурсов, которые прошли в рамках форума. Победительницей конкурса чтецов стала Варвара Исаченкова. Конкурс творческих работ «Зимние фантазии» выиграл Никита Терехин. Наградили и победители конкурса вокалистов «Рождественская звезда». В номинации «Академическое пение» победительницей стала Арина Чигина. В номинации «Народное пение» Екатерина Челышева. Павел Гаврилов выиграл в номинации «Эстрадное пение». Победители и призеры получили дипломы и ценные призы. Елена Бадалян, Екатерина Солдатова, ТВР-24.